Всем огромный при огромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. Наконец-то я посмотрела новый видеоролик. Опять, ребят, старье. Это опять старье, потому что, ну, еще там нет холода. Только так, слегка прохладно, потому что Уралочка особо сильно не одета. Приехали, значит, делать дела. Сафарик говорит, доделывать она. Ну как доделывать? Не успеем же. Уралочка, Сафарик у тебя все успеет, не переживай. Ну, я забыла. Как всегда у них приветствие. Всем привет, с вами Ольга и Сафар. Всем привет. И Сафарик на первом плане, чтобы он выглядел гораздо больше, а Уралочка меньше. Говорит и надо собрать морковку, а то, говорит, она на полметра выставляется. Ребят, ну слушайте, это как моя бабушка говорила, как скажет, как в воду пернет. Ну честное слово, что не день, то новые перлы уральские, ну не, в общем уральские, а уралочкины. Ну, ребята, на превью у них такая фотка, просто упасть не встать. Знаете, кому что, а у Ралочки морковка. И если бы она была маленькая, она бы ее так не показывала, а тут огроменная. И мы с вами понимаем, да, почему. Такой восторг от огроменной морковки. Да, кто о чем думает, кто о чем? А уральская парочка понятно о чем. Ну и как всегда, уралочка у нас за оператора, да, сафарик на побегушках, работает, работает. Ну, надо же все дела закончить, прежде чем уехать. Значит, зажгли они там всякую эту дребедень в бочке и слышали, как уралочка сказала О, дым на ритулю пошел. Такая довольная, что сейчас ритуля там от дыма будет задыхаться. Нормально, ребят. Да уж. Кстати, я вам скажу, что уралочка здесь, походу, где-то сразу после стрижки, потому что видно, что еще волосы так сильно не растрепались. Да, губы накрашены с макияжем. Дамочка на дачу приехала. Но она же не работать приехала, купаты поесть, да поснимать сафарика. Ну и вот вам похудевшая Олюшка, когда сидела с этой морковкой на тубареточке. Видели похудевшую Олюшку? Кто еще будет говорить, что она прям похорошела и похудела? Ребят, я вам скажу, что она не похорошела. Дело в том, что раньше, год назад, она выглядела совсем по-другому. А сейчас она постарела. Видимо, от такой жизни с сафариком. Потому что мы на видео видим одно, а вряд ли у них там то же самое за кадром. И очень-очень заметно. Да, и мешки под глазами, и поправилась она еще больше. Но я вам скажу, что еда тазиками и ведрами это не есть хорошо. И, естественно, последствия от этого бывают. Не только от какой-то там жизни, да, э, с сафариком, ну, скажем так, но и от питания. А ведь писали, Олюшка, займись своим здоровьем, займись собой. Но все это было для нее зло -злющее. Ну, про огроменную морковь и уралочку я уже говорила. Знаете, вот у них все ассоциируется понятно с чем. Что бы они ни показали: то кабачок длинный, то морковь огромную, то огурцы. Ну, кто о чем мечтает? Ну, я как-то так это воспринимаю. Кстати, я заметила еще: у Уралочки старый маникюр. Короче, ребят, это старинный видеоролик. И сколько еще их будет непонятно. Поэтому что происходит сейчас у них, нам неизвестно. Да. Ну, я думаю, сафарика нет. Я уже об этом говорила, потому что стримов нет, значит, сафара точно нет. Поэтому, ну, как-то так. Да, Уралочка продолжает у нас снимать сафарика. Да, в морковке поковырялась, посидела на тубореточке, пообрезала и все. Дальше продолжала снимать, как сафарик там пашет, немного попозировала с грабельками, ну а как же, надо же тоже попозировать. Кстати, да, у них там и не прохладно даже, Уралочка что-то, слушайте, сжарилась, да, и разделась. Ну и попрошайка наша в край обнаглела, в комментариях она уже пишет. Тех, кто хочет поддержать наш канал, номер карты Сбербанк. Это уже вообще сверхнаглость. Ладно, когда она пишет такие комментарии, вернее, не комментарии, а в описании к ролику, но теперь она бросает свои эти посты «Поберушничество уже в комментарии». Это, видать, совсем уже все плохо. Да. Отдала Сафарику, походу, все деньги, и теперь приходится жить с протянутой рукой. Фу, Ралочка, это какой позор? Сорок косарей получать и попрошайничать у пожилых людей. Вставай вперед, работай. Работай еще раз, работай хватит уже попрошайничать, а то уже вообще в край обнаглела. Поберуха, блин. Ну, а дальше о жрачке. Ну, а как же без нее? Как же без нее Уралочка проживет? Нет, конечно, поэтому сафарик разжигает уже мангал, чтобы приготовить купаты. Ну, и, походу, скорее всего, Уралочка опять скажет, ой, мне неохота или я только кусочек попробую и буду сыта. Но это мы уже проходили. Дальше Сафарик там опять что-то пропал, пропалывал, и Уралочка якобы говорит, давай я Сафарик не дал. И Уралочка давай ныть, что все же говорят, что я не работаю. Конечно, не работаешь ты и не докажешь никому, что ты работаешь попозируешь там чутка, и все, какой с тебя Уралочка работник, ты едва передвигаешься, поэтому, ну, не втирай, хватит, потому что уже не смешно, правда, слушать постоянно ваш обман. Ну, а потом Уралочка пояснила, что с камерой тоже же ведь нужно ходить и снимать. Якобы это тоже работа. Все, мы все поняли. Уралочка на работе. На работе с камерой. Угу. Ну а дальше для Уралочки просто супер-пупер счастливые моменты. Да, когда с сафариком жарили купаты. Сколько счастья в ее глазах! Наконец-то пожрать! Да еще и с салатиком! Говорит, та, которая там вылезла, разлезлась, Уралочка ее заберет себе. Да, колбаску! Ой, а как ели, так и не показали. Может быть, на эту тему еще и мукбанг будет, как ели купаты и салатик. И опять Уралочка оператор, а сафарик трудяга работяга. Ну а чё? Пусть работает, пусть работает, а Уралочка кормить его будет. И как Нинка уже будет попрошайничать на еду, да на еду, да, на алименты семье, да, и детям. Нормально так, нормально. Ужас, ребят, ужас, до чего дошли вот эти наглющие, принаглющие парочки, попрошайки, да, держат под своими юбками элентяев и тунеядцев, а люди должны им донатить и содержать их, и кормить их ненасытных. Кстати, Сафарик, когда собрал тачку мусора и повез ее выбрасывать, как раз-таки повез эту тачку мимо тачки серой, о которой так много говорят, не знаю я, ребят, не знаю, чья это тачка, их, не их. Ну, знаете, вот сейчас как-то мне абсолютно по барабану, чья это тачка. Меня это как-то не совсем уже волнует. Единственное, ребят, что противно, это вранье и поберушничество. Если даже купила она эту тачку, а теперь побирается, то это такое свинство с ее стороны, что уже дальше некуда. Дальше Уралочку поставили поливать. Ну а чё? Работа-то не пыльная. Поливай себе, стой! А Сафарик собрал капустку и нам похвалился, что теперь складывает ее в сетку, пока уралочка поливает. Кстати, по поводу вот этих всех овощей огромных партий, которые они таскают домой. И относительно машины, я тоже, знаете, хотела бы сказать: что не знаю, что там за такси их возит домой, но только одну уралочку завести это ой-ой-ой, да но еще и гору ведер и мешков, поэтому тоже тут, знаете, вопрос, вопрос относительно того, есть у них машина или нет. Дальше Сафарик показал, что все везде убрали и этот и этот и вот и этот. Ай да молодец Сафарик, хорошо на славу потрудился. Ну а уралочка только бегала с тубареточкой, да с камерой, чтобы, слышите, заснять хорошие моменты мужа трудяги, ну или не мужа. Короче, как-то так. Ну а дальше уральская парочка попрощалась. И интересно, сейчас Сафарик снимает. Сначала вдвоем, а потом бегом от нее. И да. Сразу тут же начинают работать фильтры. Угу, и Уралочка становится такая тонюсенькая, что у меня прям страх и ужас охватывает. В общем, мои хорошие, буду заканчивать. Напишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, я его никому не навязываю. Ну и каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Я жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Ну и прежде чем с вами попрощаться, как всегда, желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания. И, конечно же, здоровья, здоровье и еще раз здоровье. Берегите себя, берегите своих близких. Ну а я вас обнимаю. Всем пока-пока!